Сегодня представляю свой топ красивых скинов из коллекции. Первый скин Hot Rod. MP9 стоит 1700 рублей. АУК стоит 31 тысячу. 16 тысяч за эту охуенную эмочку, которую я хочу. US Business Class. Кожаный, очень редкий скин. 1800 рублей. Бульдозер. MP9 стоит 7500. Максим стоит 820 рублей. АСГ стоит 2600 рублей. Далее коллаж гидропоника из очень старой коллекции АСВИ. На гоношенном качестве стоит 807400 рублей. Красивый. Анодированная синева. Беда стоит 180 рублей. СГ стоит 60 рублей. За импульсив нужно будет отдать 70 рублей. АУК 2800. И Негев 31 тысяча. Ночь. Револьвер 21 рубль. Глок 84 рубля. И Дигл 320 рублей. Скин из довольно недавней коллекции MP9 Дикая Лилия. Стоит 110 тысяч рублей. Мой любимый скин на SSG. Объезд. На поношенном качестве стоит 515 рублей. Довольно неплохой скин на коллаж фиолетовая барокко. 30-30 рублей за этого красавчика придется отдать. Последний скин наемник. Рубль 26. Рубль 24. 102 рубля. 53 рубля. Я забыл ставить еще один скин, это Скар 20, он стоит рубль 21 копейку. Очень нравятся эти скины. А если вы досмотрели до этого момента, то я хочу разыграть для вас данный скин. Условия на экране.